Давайте. Во-первых, всем огромное спасибо, что нашли время нашей команде, во-первых, в первую очередь, которая нашла время и приехала сюда со всех уголков России. Что касается самого вот этого мастер-класса, это было реально очень познавательно. Я для себя открыл абсолютно новый мир римского теста, абсолютно новый мир вообще, в принципе, да, вот хорошего итальянского теста. Большое спасибо всем инструкторам, которые помогали, терпели нас, рассказывали, погружали нас в эту абсолютно фантастическую историю, связанную с пиццей. Я уверен, что те знания, которые я получил здесь за 3 дня, я смогу их в каком-то плане где-то, может быть, немножечко пересобрать, а может быть, их прямую скопировать и создать реально что-то массовое, крутое, вкусное. Так что большое-большое спасибо. Шеф, спасибо. Спасибо. Я могу просто полопаться и сказать, как все было вкусно и прекрасно. Большое спасибо всем спикерам, что показали правильную технологию замешивания неаполитанского теста, итальянского, римского и римского теста. Я все буду применять на опыте, передавать своим поварам и обязательно применять, продавать и еще раз применять, учиться с вами. Да, я думаю, мы еще поработаем. Спасибо огромное. Да, ну слушайте, я с хлебного бизнеса, профессиональный технолог. Хлебозавод. И тема пиццы для меня совершенно новая. Я так близко, вплотную приблизился. Для меня это прямо откровение. Ну, во-первых, профессиональная тренерская команда, очень неплохая обстановка. Компания собралась, замечательная, чудесные ребята, очень атмосферно. Соответственно, знания новые заходят очень хорошо. Ну, плюс еще тут абсолютно живая кухня, дровяная печь, огонь, тесто, длительный процесс брожения. Просто, как это, огонь, говорит. Я очень доволен, большая благодарность организаторам. Я очень рад, что приехал. Все очень спонтанно получилось, но тут даже спонтанно продолжается. В общем, я покайфовал. Да, еще раз спасибо организаторам.